Добрый вечер, дорогие друзья. Ну что ж, мы с вами в преддверии такого красивого праздника. Наверное, самого солнечного, самого яркого, потому что праздник открывает весну, а яркий он, потому что светится сиянием в ваших глазах. Дорогие женщины, пусть ваши глаза светятся счастьем, солнцем. Пусть вас любят, оберегают. С праздником, дорогие наши женщины! И сегодня мы вам подготовили подарки, которые тоже будут говорить о женщинах. Наступило утро, и Шахерезада прекратила дозволенные речи. Эти слова сразу переносят нас в волшебный мир сказок «Тысяча и одной ночи». Такого монументального полотна народных восточных мудростей и сказаний, родившись в глубокой-глубокой древности. А повествование начинается с того, что мудрая, красивая женщина Шахерезада, чтобы спасти свою жизнь и жизнь многих женщин города, рассказывает удивительные истории грозному султану Шахриару, который ранее был обманут женой и поклявшийся казнить каждую из новых жен после первой ночи. Рассказывая, она вплетает одну сказку в другую и под утро останавливается на самом интересном месте. Заинтересованный султан вынужден отложить казнь. И так продолжается тысяча ночей. И тогда Шахриар откладывает вообще свое суровое наказание, полюбив красавицу Шахерезаду. Вот причудливое сплетение фантастического и реального, красивые народные восточные танцы и реальные переживания героев так захватили римского Корсакова, который тоже очень много путешествовал и очень много видел чудес. И так рождается четырехчастная симфоническая сюита Шахерезада. Все части не связаны с собой единым сюжетом. Это отдельные эпизоды разных сказок. Но они все связаны одной удивительно нежной темой, солирующей скрипки, которую рисует образ Шахерезады. Первая часть называется «Море и Синдбадов корабль». Сразу начинается с грозной темы Шахриара. И лишь смолкает оркестр, как будто откуда-то с небес парящая тема Шахерезады. Начинается первая сказка, которая сразу переносит нас на волны Южного моря, по которым скользит корабль Синдбада-морехода. О, римский Корсаков не понаслышке знал разгул и стихию моря. Он рисует бурю, свист ветра, разгул волн. Но буря стихает, и вновь продолжает свой бег корабль Синдбада. Вторая часть называется «Царевич Календар и его рассказ». Как бы Шахерезада передает рассказ новому герою, который, кто он такой? Он царевич, а может быть, он мусульманский монах, но который очень много повидал. И рассказы его удивительны. Вот он говорит о страшной битве, а вот он вспоминает полет гигантской птицы рух. Третья часть «Царевич и царевна». Это лирический центр всего произведения, своеобразный любовный дуэт. Тема царевича звучит повествовательно. Он рассказывает царевне о той неведомой жизни, которая существует там, за высокой оградой ее сада. А темы царевны с таким восточным колоритом и постукиванием ударных инструментов полна нежности, грации и красоты. Четвертая часть самая драматическая, несмотря на то, что она называется «Картина народного праздника в Багдаде». А праздничность в появлении тех тем, которые уже были, как будто герои собрались все здесь, на этом большом празднике,
И на фоне темпераментной лезгинки вот появляется мелодия календера царевича. А вот и отголоски битвы, а вот и сама царевна. И все это в нарастающем движении, которое перерастает уже знакомую тему бури на море. И корабль, который стремительно летит на скалу с огромной фигурой медного всадника, гибель неминуема. Буря стихает, море, как будто получив свою жертву, успокаивается. Звучит спокойно и задумчиво голос Шахерезады. Она завершает последнюю сказку. Но сказка самой счастливой Шахерезады только начинается. Римский-Корсаков, сюита Шахерезада в четырех частях. Исполняет Севастопольский государственный симфонический оркестр. Художественный руководитель и дирижер, заслуженный деятель искусств Украины и России Владимир Ким. Солистка наша Шахерезада. Лауреат международных конкурсов Светлана Рубина.
Thank you.
Thank you.
еще один подарок для вас, дорогие женщины. Мы сейчас поговорим с вами о любви. Балет «Спартак» — одно из лучших произведений Арама Хачатуряна. Он был написан в очень тяжелое время, во время Великой Отечественной войны. И образ героя Спартака был невероятно актуален в дни ожесточенной борьбы, которую приходилось переживать нашему народу. И вот этот балет невероятно зрелищный. Здесь и большие массовые сцены, здесь очень яркие, запоминающиеся герои. Здесь мелодика, черты которой гармонично сочетают и европейская музыка, и интонации Востока. Но а в центре два героя – Спартак и Фригия. Музыка «Адажио» из сцены «Фригии и Спартака» – это одна из пленительнейших страниц лирики композитора. Здесь музыка выведена, каждая грань, до совершенства. В ней есть все – и тоска по родине, и мечты о счастье и свободе, и стремление к борьбе и победе. Это гимн. Гимн любви и верности. Любви чистой, прекрасной, всепобеждающей и бесконечной. Арам Хачатурян. Адажио из балета «Спартак».
15 минут антракт.